Рассмотрим программу отработки конструкции детали на технологичность механической обработки. Запустим программу. Введем пароль. Появляется главное окно программы. Выбираем тест. Отработка на технологичность. Вводим фамилию, имя, отчество. Номер студенческой группы. И номер деталей. Переходим на тестирование деталей на технологичность. На заданный первый вопрос необходимо выбрать один вариант ответа. Нажимаем «Далее». На второй вопрос аналогично отвечаем, выбирая один вариант ответа. И отвечаем на все предлагаемые вопросы из общего раздела аналогично, выбирая на каждый из них один вариант ответа. Из общего раздела будет предложено ответить на 20 вопросов. Общий раздел – это вопросы, которые предлагаются любым деталям с любыми конструктивными особенностями. Итак, мы отвечаем на все вопросы. Последний. Итак, общий раздел закончен. Выбираем пункт меню раздел и выбираем раздел в зависимости от конструкции детали. Например, наружные тела вращения. Отвечаем аналогично на вопросы этого раздела. Выбираем следующий раздел, например, отверстия. И отвечаем на вопросы по отверстиям. И так далее по всем разделам в зависимости от конструкции детали. Ответив на все вопросы всех разделов, можно перейти на пункт меню «Печать». И формируется отчет по отработке конструкции деталей на технологичность механической обработки. Вот конечный итог – это коэффициент технологичности, рассчитан 0,74 из единицы. Единица – это наиболее желаемый 100% вариант. Здесь можно быстро переходить на любую страницу отчета. Пункт, который выделен квадратиком, необходимо пояснить. Компьютеру эти пункты не нравятся. Следовательно, в конструкции деталей необходимо делать некоторые изменения. Можно распечатать выделенную страницу, например, 2 из 3. Вот пункт меню на печать, вывести отчет, загрузить ранее созданный отчет, и либо сохранить. Сохранить его можно в одном из предлагаемых форматов. Выбираем пункт меню база данных. Предлагается пароль для входа в это окно. Вводим пароль. Появляется окно, где мы имеем возможность формировать новые и новые тесты, либо редактировать вопросы уже созданных тестов, либо разделов.
Вот здесь варианты вопросов, с правой стороны варианты ответов на выделенный вопрос. И здесь можно поменять пароль для входа в базу данных. И последнее меню о программе мы можем посмотреть, кто является разработчиком программы.